Сеть цветет и отцветает, а ваши ручки привлекают, а ваши ножки вдохновляют. Нахал! Вот это стриптиз! Мулен Рюш! Нах, вот это стриптиз. Мулен. По шее можно схлопотать. Бумажка с паролем. Это у вас продается диван держанный, старый персидский ковер и щенки от шотландской овчарки. Никого нет дома. Это у вас продается диван держанный, старый персидский ковер и щенки от шотландской овчарки. В полицию позвоню! Хватит на лестнице ссать, хулиганы! Говорите. Это у вас продается диван держанный, старый персидский ковер и щенки от шотландской овчарки. Щенки остались. Странно. Никого нет. Надо найти наших товарищей. Необходимо провести заседание ЦК. Рано конспирацию нарушать. Возьми лучше плейбой почитай. Кто это там? Да, да, батенька. Вылезайте. Хватит прятаться. Здравствуйте, Батон Ильич. Сталин всегда вас узнает. Раздевайтесь. Возьми лучше плейбой почитай. А вот здесь товарищи чьи гоняют? Здравствуйте, Феликс Эдмундович. Железный Феликс, как в анекдоте. За такие анекдоты 5 лет давать будут. Дайте мне рабочий путь. Так, что здесь пишут? Интересно, теперь мне понятен их план. А где же Ильич? Давай еще разок, Володя. Нет, Наденька, хватит, устал. Ну, Володенька, а помнишь, как в Шушинском? Давай еще раз. Ну ладно, давай. Мы им мешаем. Вихри враждебные веют над нами. Вихри враждебные веют над нами. Вот настоящая песня. Наша. Эй, хор, а восстание кто делать будет? Ильич, закругляйся. В Смольный идти надо. Мосты разведут, так до утра здесь хором петь будем. Переодеться надо. Володю узнают и арестуют. Бабой я уже был. Ни за что. Может, мое пальто подойдет? У меня только шинель. Хотите трубку? Мать!